25 декабря, 15:46. Так, кто-то кричит в кустах. Неизвестно. Минус один. Сегодня подмерзло немножко. -3, -5 был? А, ну, очень тепло, но, по крайней мере, нет дождя. Тут последние дня 4. Поверх этого снега еще была вода. Это было очень наголомательно. Сейчас тоже скользко, но хотя бы без сантиметрового слоя воды. Вот, сходим в светофорчик, посмотрим, как у них идут дела. Надеюсь, доковыляем по гололеду. На телефоне не так прочно, в реальности мрачно. Трэш-угар. Фильтр трэш-угар. Я, кстати, могу начать? Фильтр трэш-угар. Все засинячено. Ой. Это вот ближе к теме. Продолжаем движение. У светофорчика так натоптана тропиночка. Все-таки сегодня скользко. Ну, тропиночка вроде не скользкая. И не мокрая. Я не знаю, почем рис, не помните, но... Почем рис, не знаю. Что только в бедах жизни суть. Нет, я не верю, что нет счастья на земле. Может, полтора не домой? Сыр плавленый, пастообразный. Макарончик не надо нам? А соевый, кстати, нам надо, нет? Соевый, может, возьмем? Беру. У меня, правда, нет телеги. Может, чья-то телега? Точно? Вдруг чья-то? Так, ну что, пойдем ли мы смотреть? Я вручаю вам это. Тут всякие убиенные существа. Интересно, пивцы есть ли? А, миндаль? В интернетах по 300, да? А тут по 372. Кешью? Ну вот у нас один есть. Если там есть еще в этом. Математика, арифметик. А что вы говорили? Пюрешечка там есть? Пюрешечку посмотрим. Прохожу. Гороховое пюре. Ладно. Какое вы пюре-то мне хотите показать? Вот это? Нет. Армия России, рис с курицей. А, вот пюрешечка, вот. 237. Все то же самое. Ну что, берем? Давайте. 54. Ну давайте. Если у нас есть куда складывать. Ребята, нет. Вещь хорошая. Нажористая. И на икадыши можно. Отличные. Она, кстати, отличается по вкусу, чем та, которую заказывали в коробочке. Вот это вкуснее. Вот та, которая в коробочке, которая сейчас. Да. Она другая. Один завод. Да? Завод ну, один. ППФ. Ну, может быть, я уже это примелькалась. Приелась. Да. 4 пюрешечки. Овсяные хлопья. С изюмом. Интересно, пошел. Хватит тут. Вкусняшка. Называется мюсли печеные, типа без муки. Очень вкусные. Мы такие летом брали. Шоколадочки. Вот эти шоколадочки душевные. Годные вполне. Ну что же, продолжаем движение. А на улице ночь. А, в телефончике-то вообще все темно. Ну, в общем, не так уж темно. Время 5. На следующей неделе обещают температурные качели. -14.
А 1 января плюс 1 или плюс 2. То есть вот такая гололедная, но гломательная погода сохранится. Ладно. Главное сейчас не навернуться. Ой, да, ну все, заканчиваю. Ничто не сделает меня счастливее, чем я был. А может, это был не я, а может, это только сон. На фотографии простой печальный миг застыл. В твоих глазах тоска, моих отчаяния стон. Нет, я не верю, что это все нельзя вернуть. Нет, я не верю, что нет просвета в этой мгле. Нет, я не верю, что только беда в жизни суть. Нет, я не верю, что нет счастья на земле. Нет, я не верю, что это все нельзя вернуть. Нет, я не верю.